Сергей Юрьевич, давайте начнем с общей информации, какое количество безработных сегодня насчитывается в Саратовской области. Ну, вы знаете, эта цифра, конечно, каждый день сейчас меняется. Вот на данный момент в службе занятости населения состоит на учете 14 194 человека. А сколько людей потеряли работу с того момента, как в Саратовской области ввели режим повышенной готовности? И сколько из них уже обратились в службу занятости за помощью? За период с 1 марта текущего года, ну, по 27 апреля, за содействием в поисках подходящей работы обратилось 12 856 человек. Из них 3328 человек были уволены после 1 марта текущего года по различным причинам. Ну, то есть эти причины могут быть не связаны с распространением COVID? Ну, по разным причинам, хотя мы понимаем, что, как бы, наверное, COVID это является на сегодняшний день той основной доминантой, которая определяет и, так сказать, социально-экономическую жизнь и страны, и региона, и, как бы, в экономике, в том числе и на рынке труда, играет не последнюю роль. Если разобрать по отраслям экономики, какая из них в плане сокращения сотрудников наиболее пострадала? Ну, вы знаете, здесь сложно говорить, так сказать, какая из них пострадала. Я вот вам приведу, мы делали портрет на 25 апреля, портрет безработного. Вот по месту проживания, значит, городское население 75%, сельская местность 25%, вот из общего числа безработных. Естественно, в городе сосредоточены разные формы и промышленности, и бизнеса, поэтому вот сказать, что какая-то прям доминирует, ну, промышленные предприятия примерно 24% вот от общего числа. Финансовые и страховые организации 23%. Вот вам и, как бы, делайте вывод сами. Как бы. Пока сказать, что вот что-то прям конкретно обрушилось и на рынке труда, и в экономической, в социально-экономической жизни региона произошел коллапс, такого говорить неправильно и невозможно. Пока ситуация контролируемая, управляемая, и, ну, если есть, как бы, мы видим, конечно, число обратившихся в поисках работы, оно растет, но пока оно не превышает, так сказать, таких критических величин. Ну, если вот по отраслям разбирать, но у нас же есть такие направления, как туризм, где вообще пока никаких перспектив не видно. Вы знаете, ну, ковид не будет вечной. Никакая инфекция, она не вечна. И я как историк вам могу сказать, что ровно 100 лет назад мы переживали очень серьезную инфекцию, пандемию. Она, правда, так не называлась, но я назову это испанский грипп, который унес на планете около 100 миллионов человек. Ну, ничего, после, как бы, испанка закончилась. Вот самое известное... жертва испанки в нашей стране, это, значит, Свердлов, Яков Свердлов, один из первых руководителей советского государства. Ну, все это закончилось, и Европа, и та же Америка, и, как бы, Австралия, и другие части света, они очень активно тогда развивали туризм в довоенное время. Есть ли какие-то прогнозы по безработице в связи с нынешней ситуацией? Ну, вы знаете, я не буду сейчас трогать, как бы, экспертные московские прогнозы, которые были опубликованы на вашем сайте, но я думаю, к этому мы еще вернемся. Мы тоже здесь проводим мониторинг рынка труда, мы видим динамику, которая, как бы, складывается, и вот думаем, что где-то к, ну, наверное, к середине, к концу мая мы примерно выйдем на число 18, может быть, в июне это будет 20 тысяч. То есть это вот такой вот уровень безработицы, он не критичный для региона.
с учетом того, что мы же не только фиксируем потерю рабочих мест, мы фиксируем достаточно серьезные предложения на рынке труда, и вакансии эти существуют, и перераспределяется рабочая сила, как бы люди ищут работу, люди не только встают на учет по безработице, но активно находятся в поиске, и как бы спрос удовлетворяется. Ну, не будем, да, сейчас пока трогать московских экспертов. Минэкономразвитие наше региональное, а в группу риска зачисляло 100 тысяч человек. Вот что это за группа риска, что это за цифра вообще? Ну, честно говоря, я могу сказать, что, вот, опять-таки, отталкиваясь от того, что вы сами называете, это, наверное, те отрасли экономики, которые связаны с обслуживанием. Прежде всего, это и гостиничный сектор, это и те направления предпринимательства, которые связаны с общепитом, ну, скажем так, и ательеры, и всевозможные... Ну, малый и средний бизнес. Малый и средний бизнес. Но, опять-таки, вот если мы заметим, даже после того прогноза, который был сделан Минэкономразвития, часть предприятий вот этой сферы получили зеленый свет. И, я знаю, открылись парикмахерские, но с определенными оговорками. Открылись химчистки, открылось ряд других как бы направлений. То есть есть группа риска, но это не говорит о том, что 100 тысяч человек у нас сегодня потеряют работу. Вот московский эксперт, профессор МГУ Наталья Зубаревич прогнозировала, 150 тысяч жителей области могут потерять работу. Это там такие... Ну, я очень внимательно почитал как бы вот эту, этот материал. И обращаемся к тексту и видим, что говорит профессор, уважаемая. По этим трем видам деятельности я насчитала в Саратовской области 152 тысячи человек. То есть это виды деятельности, которые находятся в зоне риска. Но это не говорит о том, что 152 тысячи у нас лишится работы. Еще раз подчеркиваю, наш прогноз, прогноз как бы Министерства труда и занятости Саратовской области, он где-то вот среднесрочный, он такой май, начало июня, это порядка все-таки 18 тысяч человек обратятся в поисках работы. Но еще раз подчеркиваю, у нас есть, что им предложить и в плане смены профессии, то есть мы предложим и переобучение, и мы предложим некие другие моменты, как на, так сказать, с учетом федеральных рычагов, так и с учетом областных рычагов. Но вот те цифры, о которых говорит уважаемая Наталья Зубаревич, они чисто носят экспертный, как бы профессор размышляет, скажем так. Она, конечно, говорит о тех профессиях, которые находятся в зоне риска, но если вы заметили, она вот дальше в своем материале говорит о том, что бизнес средний, мелкий, крупный, он не спешит расставаться со своей рабочей силой. Да, мы видим вот это вот гибридные формы мимикрирования на рынке труда. Кто-то уходит в неоплачиваемый отпуск, кто-то сокращает рабочий день. Другие формы, как бы мы видим, как предприниматели пытаются сохранить рабочую силу. Но это действительно так. Не может пандемия продолжаться вечно. Если мы послушаем и федеральных экспертов, ну и своих у нас, и свои достаточно сильные, академик Кутарев, руководитель микроба, все-таки вот июнь месяц, он будет определяющим. Определяющим уже будет середина мая. Если выдержим как бы ситуацию, связанную с разобщением вот этим социальным, уже середина мая покажет, продолжается у нас в тех же объемах пандемия или как бы будет некая иная тенденция. А июнь, он будет как раз показательный для бизнеса в том числе. И если все будет складываться положительно, если граждане услышат нас, что все-таки надо еще побыть в определенном социальном разобщении,
Если вот эти вот выходные майские не пробудят внутри нас генетически лежащие моменты, связанные с Первомаем, с маевками, с другими моментами, если все-таки мы уйдем от слова «шашлындос», а поработаем достаточно серьезно на своих дачных участках без сопутствующих, так сказать, у нас всяких других элементов, или побудем дома, что касается старшего нашего поколения, то я уверен, что пандемия должна будет пойти на спад. Если будем как бы продолжать вот так вот несколько по-залихватски, как это мы умеем, зажигать или вот полностью как бы тут гулять без масок по улицам, ну, как бы тогда мы будем ждать иную ситуацию. Пока, еще раз подчеркиваю, несмотря вот на алармистские такие вот экспертные оценки уважаемого мной профессора Зубаревич, не подтверждается на нашем уровне эти тенденции. И если саратовцы услышат меня, они и не подтвердятся. Ну вот вы уже упомянули различные приемы работодателей, которые, ну, как-то пытаются сейчас удержаться на плаву, перевод на неполный рабочий день. Есть ли какие-то данные по снижению зарплат на предприятиях? Вы знаете, я пока не могу, вот, так сказать, констатировать, что у нас есть реальное снижение. Вот среднемесячная заработная плата у нас в области за январь-февраль, а это, так сказать, достаточно уже такие официальные данные, составила 30,4 тысячи рублей. Это, ну, серьезно, на 10% выше аналогичного периода прошлого года. Вот. И мы, собственно говоря, и переместились в ранговом месте в Российской Федерации примерно на 10 позиций наверх. И в Приволжском федеральном округе мы уже находимся ближе к середине. Это все-таки вот системная работа, которая проводилась правительством области, губернатором, с помощью наших лоббистских возможностей в Москве. Здесь мы должны отдать должное Вячеславу Викторовичу Володину в конце прошлого года, в начале этого. Вот это дало свой результат. Ну, будем надеяться, что не произойдет вот такого резкого, так сказать, обвала от этих позиций. Будем надеяться. Это январь-февраль. Да, будем надеяться. Пока, ну, и нету официальных данных, чтобы сказать, что у нас происходят более какие-то отрицательные тенденции. А неполный рабочий день, сколько людей перевели? Ну, вы знаете, значит, есть такой, значит, портал «Работа в России», согласно которому по постановлению правительства там должны регистрироваться предприятия, которые рассчитывают и от государства получить всевозможные преференции для поддержки своих, так сказать, рабочих и своего бизнеса. Вот надо обратиться к этому порталу. Пока как бы я вам здесь не подскажу, на портале есть такая информация. Хорошо, теперь давайте поговорим о тех возможностях, которые есть, которые можно предложить людям, оставшимся без работы. Сколько сейчас вакансий на региональном рынке труда и какие профессии наиболее... Ну вот давайте сразу я назову эту цифру. 26 тысяч вакансий. 26 тысяч из них, ну это практически 50 на 50 они там делятся. Комси-комса, как говорится, 50%, ну 52, если быть точным, процент это рабочие профессии, и 48 это ТТР и служащие. И здесь, ну, что вот я могу сказать, допустим, у нас достаточно серьезная потребность в врачах и работниках здравоохранения. Вот я вам назову некоторые вакансии. Врач-анестезиолог с заработной платой 60 тысяч рублей, Энгельский перинатальный центр. Врач-офтальмолог с заработной платой 55 тысяч рублей, Первая городская клиническая больница Саратова. Водитель скорой помощи с зарплатой 30 тысяч рублей в ГУС Саратская городская станция скорой помощи. И там, кстати, достаточно серьезное количество вакансий. Я хочу сказать, что в последнее время вот, усилиями и Вячеслава Викторовича, и губернатора Валерия Васильевича Радаева водителям скорой помощи в Саратове серьезно
значит, произошло поднятие, так сказать, заработной платы, и там требуется порядка 100 человек, вот насколько мне известно, поэтому мы очень просим тех водителей, которые вот сейчас заявили о том, что они в поисках вакансий, прийти, ну, там нужны, конечно, водители со стажем, ну, требуются и молодые водители, то есть прийти и, как говорится, заявить о своем желании работать в этой сфере. Второй момент, что вот как бы меня тут должны услышать те из наших земляков, которые вернулись вот из челночного бизнеса, с Москвы, с Питера, из Санкт-Петербурга, из других мест, особенно строители. Вы посмотрите, у нас строительная отрасль сейчас работает. Работают по тем объектам, которые входят в состав национальных проектов. Там требуется, там имеются вакансии рабочих строительных специальностей. Почти 10% от общего числа вакансий. Приходите на эти объекты. А зарплата? И зарплата. Ну, я не хочу сказать, что там московский уровень, но там нормальный, хороший, солидный уровень заработной платы. И там будут рады специалистам таких вот и узких направлений в строительной сфере, и широких направлений. Поэтому открыт рынок труда Саратовской области и ждет тех, кто вот приехал из Москвы. Зачем, как Иван в известной сказке, сидеть на печи, ходить по своему селу, разнося, извините, даже в некоторых случаях коронавирус. Посидел в карантине 14 дней, не подтвердилось, нет никаких симптомов, выходи на работу. Помогай в строительстве тех объектов, которые сейчас строятся на территории Саратовской области. Прекрасные строительные фирмы, известные на всю страну. Нормальная зарплата для Саратовской области. Работайте. Чего ждать у моря погоды? Ну, логично. Потому что когда откроется Москва, тоже сейчас, наверное... У нас и преподаватели требуются, учителя. И, так сказать, в школах очень болеют по прошлой, так сказать, своей курируемому направлению. Я знаю, что серьезные вакансии есть в школьных учреждениях. Еще раз говорю, в учреждениях здравоохранения, в социальной сфере имеются вакансии. Приходите и работайте. Вас ждет, с удовольствием примет рынок труда Саратовской области и предприятия Саратовской области. А какие возможности есть у людей, которые потеряли работу? Вы уже упоминали различные программы переподготовки. Ну, вот скажем, что есть два таких серьезных направления. Это в период, значит, получения дополнительного, значит, профессионального образования теми, кто сегодня, ну, как бы заявился вот в поисках работы на рынке труда. Оно пойдет как бы даже с оплатой, будет платиться пособие вот это вот максимальное 12 с небольшим тысяч рублей. Как бы оно идет в рамках борьбы как раз вот с ковидом. Это такая, будем так говорить, федеральная программа, подкрепленная областными возможностями. У нас уже 681 человек направлен на эту переподготовку, и мы как бы можем принять еще. И второй вид, он идет по программе «Демография». Там у нас могут участвовать только граждане предпенсионного возраста и женщины, которые находятся в отпуске по, значит, уходам за ребенком по достижениям возраста 3 лет. Вот здесь как бы это другое такое направление. Также будет выплачиваться стипендия при этом переподготовке, переобучении. Там есть свои особенности в той и в другой программе. Надо зайти на сайт Министерства труда, посмотреть, ознакомиться с правилами. И я считаю, есть все возможности для того, чтобы вступить в эту программу и участвовать. А на кого учат? Какие профессии? Ну, я вот вам скажу по второму направлению. Вот передо мной есть. Это бухгалтер, контролер водопроводного хозяйства, аналитическая химия и физико-химические методы анализа, английский язык в сфере профессиональных коммуникаций, бережливый офис, значит, государственно-муниципальное управление, логопед, охрана труда и техносферная безопасность, право и организация
социального обеспечения, тренер-преподаватель, учитель-дефектолог, социальный работник. Это вот что касается предпенсионного обучения. Что касается тех, кто потерял как бы работу и заявился в качестве ее поиска, вот я смотрю здесь, и значит слесарь-электрик, водитель погрузчика, водитель автомобиля категории С, электросварщик, парикмахер. То есть достаточно... Ну, довольно широкий. Довольно широкий, так сказать, да, разбег. Насколько оперативно работают службы занятости в плане постановки нуждающихся? Вы знаете, сейчас перешли на буквально двухсменную работу. Я знаю, по городу Саратов от меня коллеги докладывали, что уже в полноценные как бы две смены работа перешла. Работаем и удаленный режим, вы знаете, сейчас как бы бесконтактные. Идет прием через сайт, вот о котором я говорил. Причем абсолютно не надо горы бумаг никуда там передавать, ни по каким интернет-каналам, потому что все, что надо, это заявление и резюме. А все остальное, как бы и службы занятости, и коллеги из Министерства труда, в взаимодействии с пенсионным фондом мы получаем, быстро группируем и как бы решаются вопросы вот как бы по финансовой помощи. Я еще раз хочу вот обратить внимание и всех наших зрителей, саратовцев, что пособие по безработице, которое установлено постановлением правительства Российской Федерации от 27 марта текущего года, номер 346, максимально там 12 130 рублей, минимально это 1500. Сегодня пособие всего, вот на сегодняшний день, получает почти 12,5 тысяч человек. Из них 3 с лишним получают в максимальной форме. У них, видимо, и стаж работы был, и работали в белую, что подтвердил пенсионный фонд. 3,5 тысячи также получают вот эту минимальную форму, видимо, форма работы или иные какие-то моменты были, как бы в том числе и теневая занятость. Вот здесь я еще раз много раз говорил гражданам, что ну, надо добиваться того, чтобы работа была в белую. Хотя я думаю, сейчас законодатель обратит свое внимание на эту категорию, она достаточно многочисленная. И, видимо, какие-то новеллы в законодательном плане будут. Поэтому здесь, видимо, сработает у нас законодатель на социальную защиту этой категории. Все остальные вот там внутри получают как бы разные суммы, но ближе вот к 12 тысячам. И о чем еще хочу сказать. На ребенка также плюсом один из родителей, также потерявших работу, может получать 3000 рублей. Вот на сегодняшний день 249 человек получают плюсом от 3 там, до 6 или 9 тысяч, в зависимости от количества детей, на 346 таких вот детей. И это число как бы у нас, скорее всего, немножко будет подрастать. Кроме того, есть еще целый ряд льгот, которые установлены указом президента, которые как раз будут, ну, немножко как бы создавать подушку безопасности, особенно для тех семей, у которых есть дети. Там многодетные семьи, у кого ну, достаточно низкий, так сказать, прожиточный минимум. Там целый набор мер, и таких получателей у нас достаточно много. Хочу еще раз сказать, государство не бросает вот эту категорию граждан. Обращайтесь в подразделение Министерства труда и социального развития области. Оно, вы знаете, с февраля месяца находится в таком порядке реформирования, но так сказать, идет объединение. И что касается и потерявших или ищущих работу, и то, что касается людей, которые имеют детей, имеют право на определенные, так сказать, выплаты согласно указам президента, приходите, будем разбираться. И при, ну, не приходите, а делайте в заявительном порядке, я извиняюсь, по-старому говорю, сейчас все это, да, через интернет идет, через как бы портал госуслуги соответственно, выходите на сайт, будем очень быстро
разбираться и как бы принимать как раз вот взвешенные, ну, я думаю, положительные решения по данному вопросу. Если говорить о нынешней ситуации, ну, скажем так, эта история, о которой я хочу вас спросить, она наложилась еще и на коронавирус. Судьба завода СЭПа. Действует ли в настоящее время производственная линия по выпуску холодильников? Мы, как бы, во-первых, мы не видели никаких их, так сказать, документов вот об этом, о предстоящем сокращении. Мы слышали только, как бы, слова, летящие с разных сторон. Но, насколько мне известно, действительно, там ситуацию удалось переломить. Там, ну, были поиски инвесторов, видимо, они увенчались успехом. И это старейшее в Саратове производство будет и дальше работать на благо и региона, и Российской Федерации в целом. Еще раз пользуюсь вот камерой, пользуюсь возможностью сказать нашим землякам, надо сейчас сделать все, чтобы мы еще и еще раз приняли все меры, чтобы побыть в социальном разобщении, чтобы не допустить распространения пандемии. Чем быстрее мы, как бы, это сделаем, чем четче мы будем исполнять те, ну, решения, которые приняла и федеральная, и региональная власть, чем более серьезно мы уделим этому внимание и побудем дома или там, допустим, на дачном участке, но в таком, как бы, тоже в самоизоляции, да, тем быстрее пройдет пандемия, тем быстрее заработает малый и средний бизнес, тем быстрее мы вернемся к нормальной жизни, к нормальному функционированию экономики, и, соответственно, будет возвращение к более-менее нормальной жизни.